Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал «Кто впервые?». Меня зовут Юлия, и вы на канале «Загородная жизнь с нуля». Посадочный сезон уже начался. Я показывала, что я покупала семена. Уже у меня растет рассада. Я посадила перцы и баклажаны. И хотела поделиться, какие я пакетики приобрела еще, что я купила. И заодно покажу, как растет моя рассада. Я была в магазине «Доброцен». Там вот такие маленькие беленькие пакетики продаются с семенами. Не помню, сколько стоят, но они бюджетненькие. По-моему, по 6 рублей. Где-то по 3, вот я смотрела в Леруа, в «Доброцене» по 6. Я купила цветочки. Меня заинтересовала их высота. Вот такой обычный пакетик. Семена овощей и цветов. «Россия», «Агрохолдинг», «Поиск». Вот какой-то цветок, называется «Годеция монарх». Я такой цветок даже не знаю, как выглядит, хочу посмотреть в интернете. Семян количество здесь не указано, опять тут в процентном соотношении. Это однолетник, написано «Великолепная низкорослая смесь, цветущая раньше других сортов». Растение до 30 сантиметров. Вот это меня и привлекло, потому что я вам показывала, купила вот эти фикс-прайсы, которые можно подвешивать, кашпо. И нужно, чтобы что-то такое было невысокое и пышненькое. Но я посмотрю еще в интернете, что это такое. И также вот есть описание, что это красивые колокольчатые цветки, окраски белой, розовой, малиновой, ярко-розовой. Вот с пятнышками, я так понимаю, будет. И цветут они с июля по октябрь. Можно их использовать для бордюров, для клумб. В солнечных местах переносит полутень. В общем, я хочу посмотреть, что это такое в интернете и подходит ли мне это. Следующие цветочки. Снежный ковер написано. Однолетник, миниатюрное растение с мелкими цветочками и нежным медовым ароматом. Представляете, здесь высота всего 5-10 сантиметров. Они должны быть такие маленькие. Значит, стелятся как ковер, листья узкие. И цветут они с июня до осени. Это очень-очень хорошо. Также мне понравилось в описании, что это растение холодостойкое, так как у нас в Ленинградской области погода такая. В прошлом году весь июнь был леденючий, но зато июль и август были, на удивление, жаркими. В открытый грунт в начале мая, вот прям все для меня. Вот это мне все подходит. И таких пакетиков я взяла 2. Постараюсь найти в интернете картинку. Вдруг вы тоже не знаете, что это за цветочек. Вот я впервые. И, может быть, тоже захотите в «Доброцене» купить. И еще один пакетик цветочков я купила в «Доброцене». «Флокс» написано. «Красивый гном». Однолетний, нежный аромат, вкус сильно ветвящийся. Высота 15-20. Ну, прям мне это все подошло. Цветочки яркие, душистые. Рассада высаживается в мае. Ну, в принципе, можно и рассадой посадить, да? Посмотрю тоже в интернете, что это такое, потому что вот эти пакетики прям бюджетно стоят, и я их купила. И еще купила тоже, вот увидела томат в «Доброцене». Белый налив, популярный написано, устойчивый к низким температурам, как раз-таки для нашей Ленинградской области. Посев 20-30 марта, глубина 1 сантиметр. В общем, все мне это подходит. И здесь также есть описание. Растения, вот томаты будут 40-55 сантиметров. Раннеспелый. Ну, не совсем такой прям ранний, да, бывает там 85 дней, 100-115. Но я тоже смотрела обзор, что все это тоже мне подойдет. Вот. Это «Доброцен». Потом мне в комментариях посоветовали томат «Санька». Я его нашла. Спасибо большое. Вообще бюджетненько стоит. 15 рублей. Взяла 2 пакетика. Не знаю, сколько семян там. А там, вы знаете, вообще что-то такое. Не семена, какая-то палочка почему-то. Я сейчас открою, покажу. Это, знаете, не палочка. Вот так вот прощупываешь. Кажется, как зубочистка. Они тут в ряд просто лежат. Вот так они выглядят. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штучек. Вот там 11. В этом пакетике 11 штук. Вот количество здесь, я не знаю. А написано 10. У меня 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 вот там. В общем, у меня на 1 больше. А так, видите, написано 10 штук. Поэтому я купила 2 упаковки. 20 штук вполне нормально. Плюс вот эти, по-моему, у меня еще какие-то были томаты. Ну и покажу, что здесь написано, так как мне посоветовали. Значит, «Санька» — это вот такой престиж семена. Вот если будете смотреть, я купила в Леруа. В Леруа Мерлен. 15 рублей вот ровно. Там были и дороже другие.
Ультраранний сорт, написано, созревание наступает через 75-85 дней после всходов. Растение детерминантное, компактное, всего 30-40 сантиметров. Масса 130 граммов, вот помидорка будет. В общем, посоветовали, я купила. А потом также в Леруа купила вот эту микоризу. Вы знаете, были такие средние пакеты, разобрали все. Я еще изначально, когда покупала грунт себе на перцы, много всего было, прям много-много. А потом приехала, тоже много, но то, что нужно, уже отсутствует. Я искала микоризу, чтобы вот улучшить корни. Ну, таких не было пакетов, были огромные. И мне попался вот такой пакетик. Если вам вдруг нужно, вот такие еще остались. Вот, и я его взяла. Но потом я рядом зашла в ленту и увидела вот то, что я хотела. Увидела то, что хотела. По-моему, 45 рублей стоит такой пакетик. Это вот корни. В грунт добавлять, и, ну, кто сажает, тот знает. Корешочки будут хорошо развиваться. 30 граммов. Вот. А там в Леруа оставались такие прям, знаете, совсем большие упаковки. Я так понимаю, что там кто много сажает рассады, либо если купить, ну, по срокам, я не знаю, на несколько лет. Ну, в общем, чего переплачивать, 45 рублей, это вполне нормально. Повторила я покупку и купила грунт, вот, Гера, вот этот грунт, продается он в магазине Леруа Мерлен конкретно для томатов, перцев и баклажанов. Здесь все сбалансировано, я уже такие два пакета покупала, использовала, по 10 литров, мне все понравилось, у меня все взошло. Покажу сейчас некоторые свои саженцы. И помимо вот этого пакетика 10-литрового, я купила такой же 20 литров, но чуть другой. Точно такой же производитель. Почва-грунт с биогумусом для рассады. По-моему, это вообще просто универсально, потому что тут и перцы, и томаты, и цветочки. А по-моему, вот это вообще универсальный. Вот этот пакет 20 литров стоит 200 рублей, а вот этот, по-моему, 115 либо 110. Я взяла один, потом подумала, что у меня еще томаты, потом мне сейчас нужно в стаканчике побольше рассаду, и, ну, взяла. Я думаю, что все использую как раз-таки на те стаканчики, которые побольше, и земли нужно побольше. Ну вот покажу некоторую рассаду. Вы знаете, тут у меня баклажаны и перцы, они немножечко по-разному. Какие-то быстрее выросли, какие-то чуть меньше. А какие-то я думала, что вообще не взойдут, ничего не было. Я потом брала землю, пересыпала вот в такие большие стаканчики, а потом, представляете, у меня вот они вторые. То есть все-таки они позже, но всходили. Вот, я высаживала перцы только и баклажаны. Они у меня на подоконниках стоят, на одном подоконнике. А вот в такие стаканчики это я уже пересадила их отдельно, потому что изначально я сажала какие-то вместе, а какие-то в маленькие стаканчики. Ну вот, например, у меня баклажаны. Здесь я их буду уже вот в эту землю пересаживать. Они у меня, видите, такие уже пышненькие. Их нужно уже в индивидуальные. Просто у меня не было земли, не было возможности съездить в Леруа. Также я заказала на Озоне стаканчики в количестве 100 штук. 500 миллилитров, 100 штук. Ну, они вот такие примерно будут. Может быть, побольше, да, получается. Вот здесь сколько? Наверное, вот такие. И уже они у меня будут в своих стаканчиках. Ну, а те, которые я сажала отдельно, каждый в своем стаканчике, вот они у меня так и выросли. Так и выросли индивидуально. А которые вот эти прозрачные, я их уже пересаживала. Вот эти тоже буду, стаканчики получу. Через 2-3 дня у меня доставка Озон. Как-то долго они идут, стаканчики едут. И вот эти маленькие я освобожу для томатов. Будут томаты как раз-таки с 25 числа сажать. А вот эти у меня уже уйдут в большие стаканчики. Здесь у меня перец из светофора. Кто смотрел предыдущий обзор, я показывала, что я самостоятельно из перца, из магазинного, выбирала семена. И мне кто-то написал, что ничего не вырастет. Ну вот, пожалуйста, выросло. Я надеюсь, что и дальше оно будет расти. Какие-то, конечно же, маленькие, пораньше, какие-то вот маленькие там еще, совсем маленькие. Я за ними слежу каждый день.
поливаю, не переливаю, поливаю, смотрю, тут землю проверяю. Но вот они тоже уже нуждаются, жду стаканчиков, буду их пересаживать. Это из светофора. Вот эти у меня тоже в своих стаканчиках индивидуальных. И хотела показать, представляете, я повторю, что сажала только перцы и только сажала баклажаны. И мне вот в баклажанах, видимо, попалось одно семечко, там томаты. Вот. Представляете, я еще думаю, почему у меня листочки другие. Но томаты ни с чем не перепутаешь. И даже уже запах томатов. Вот до листочка дотрагиваешься, аромат томатов. Вот в магазине, видимо, производитель попало семечко томата. Вот у меня один томатик. Вот такие у меня красавцы. Вот эти стаканчики. Видите, корешочки там уже. Вот, развитие идет. Ну, пока вот так они у меня стоят. Если им будет тесно, наверное, тесно, это 200 граммов стаканчик, буду пол-литровые высаживать. Вот этим, видите, пошире здесь. Здесь вот у меня вот этот поменьше. Вот этот совсем такой у меня красивый, такой большой развивается. Ну, так они у меня какие-то побыстрее, какие-то поменьше. Вот здесь вот листики поменьше. Здесь вот такой большой уже листочек. Вот эти я уже пересаживала. Я думаю, что когда их пересадишь, вот большие стаканчики, они как-то у меня раз и пышненькие такие сразу становятся. Поливаю я их с фитоспорином. Разбавляю водички фитоспорин. Что я говорила, видите, малютки такие выросли. Это у меня были маленькие стаканчики, и там ничего не всходило. И на батарейке стоял, на теплой. Я думаю, ну все, уже не взойдут. И эту землю смешала, и вот, которую пересаживала, посадила в большие. И какое-то время спустя вот эти малютки выросли. Если они будут расти и развиваться, я их отдельно пересажу. Здесь вот такая же ситуация. Вот этот маленький, он отдельно вырос. Я его сюда по два в один стаканчик не сажала. А здесь, видите, что-то не понравилось. Начал и прекратилось развитие. Вот так у меня было. И я вот эту землю использовала. А потом смотрю, у меня вот так вот получилось, что эти малютки выросли уже в другом стаканчике. Здесь вот так же, видите, один нормальный. Вот этот уже вырос маленький отдельно. А если посмотреть в центре, еще, по-моему, один растет. Ну, что-то такое прям фантастическое. У меня они стоят на подоконнике. Я их вот так вот разворачиваю. Лампы у меня нет. Я их вот так вот разворачиваю, если они вдруг там тянутся в бок туда, да. Я их поворачиваю. Они у меня тут меняют положение свое. У нас, правда, солнышко не всегда. Ну, не часто, можно так сказать. Солнышко не часто. Но все пока растет. Все нормально. Вот этот вообще большой. А вот этот у меня... А прям томатик. Прям томатик. Вот такое небольшое видео у меня получилось. Поделилась, что я купила землю. Еще вот второй вид докупила. Жду стаканчики, уже буду в конце месяца томаты сеять. И то, что вот у меня мои саженцы. Вот такие красивые на подоконнике. Сейчас я уже не буду снимать, но буду заниматься. Есть у меня некоторые стаканчики вот такие большие появились от сметаны. И я какие-то здесь, так как земля появилась, я какие-то сейчас уже отдельно буду пересаживать каждый в свой стаканчик. Если честно, не хотела ничего показывать, потому что я в прошлый раз показала, от души поделилась, что я первый раз буду сажать. И мне несколько человек написали, что закрывайте канал, это не ваше. Вы знаете, я вообще никого не учу, я просто снимаю для себя на память. Вы можете смотреть, можете не смотреть, абсолютно ни... чему я могу научить, я сама это первый раз делаю. Мне написали, закрывайте канал, не позорьтесь, то, что вы там так посеяли, полный позор. Мне, знаете, так было неприятно читать, руки опускаются от таких комментариев, и ничего не хочется даже показывать. Человек всегда чему-то впервые учится, что-то первый раз делает. Я не вижу ничего плохого в том, что я показала, что я посеяла, и у меня это все красиво вот так вот растет и развивается. Да, буду сажать обязательно в этом году. Следующие вот томаты буду сеять, поэтому ваше право смотреть или не смотреть, но я считаю, что оскорбление опускаться непонятно за что. Настолько люди стали злыми,
И тот, кто пишет, не обращайте внимания, на это невозможно не обращать внимания. Настолько люди злые. Это, знаете, остается просто закрыть комментарии. Ну, я снимаю для себя, я все равно буду снимать. И так как смотрят меня родственники мои, радуются за нас. Поэтому, конечно же, я буду снимать для себя на память, как у нас участок развивался. Ну, а вам желаю тоже хорошей рассады, хорошего настроения. Пусть у вас все получается, пусть все растет и развивается. Будьте на позитиве, не впитывайте этот негатив тоже в себя. Удачи вам, здоровья и всего доброго. До свидания.